Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области – так называется адресная программа, подготовленная по поручению губернатора Андрея Воробьева. В соответствии с этой программой в муниципалитетах должны спланировать работу так, чтобы у нее были и временные, и финансовые обоснования. Этому вопросу был посвящен строительный час в администрации городского округа, где намечены плановые задания на 2020 год. В программу расселения включены на этот период 5 многоквартирных домов. Это, значит, по адресам: Горчелка, улица Первомайская, дом 11, Горчелка, улица Первомайская, дом 14, улица Первомайская, дом 21, Пионерская, дом 32 и Первый Первомайский проезд, дом 4. Общей площадью 1492 метра. Исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Сергей Горелов поручил еще раз выверить сроки дорожной карты, документа, который расписывает поэтапную работу по расселению аварийных домов. Коллеги получат эту дорожную карту. Какой срок дается на то, чтобы они проработали и уточнили сроки? Сколько времени им отводится на это? Ну, минимальный должен быть срок. Ну, минимальный, давайте поймем, сколько это. Час, день, месяц. В соответствии с разработанной документацией расселены будут 38 семей. На приобретение квартир основные финансовые средства выделены правительством Подмосковья – 86 миллионов рублей. Будет также и местное софинансирование в размере 4,5 миллионов. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».